Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу позвать группу проекта Hamilton Roleplay. Сервер скоро откроется, буквально сегодня, в субботу, то есть в 12:00 по МСК. Есть какие-то заявки на лидерство, также проходит конкурс. И также, пацаны, я здесь буду снимать, когда он откроется, поэтому ссылочка будет в описании, подписывайтесь и ждите открытия. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Cyber Roleplay. Короче, чуваки, Север РП, буду создавать семью, бригаду, так сказать. Так, вот мы будем создавать семью, короче. 500 доната стоит, донат у меня есть. Сейчас, когда уже все оформлю, продолжим, чуваки. Так, короче, вот так вот. YouTube, Кирилл Гейм. Так. Бригада. YouTube, Кирилл Гейм. Все, пацаны, я создал. Так, для просмотра доступны команд MM. Давайте посмотрим команды. Помощь по командам, семья. Панель, family, ага, пригласить семью, выдать семейный ранг, припарковать семейное авто. Ух ты, блин, сейф есть даже. Сохранить позицию сейфа. Закрыть, открыть сейф. Список соучастников семьи. Заспавнить все авто семьи. Ух ты, блин. А как купить машину для семьи? Блин, пацаны, это круто, блин, тут нового функционала, в принципе, сейчас. У меня 1000 доната еще есть, в принципе, но это уже на бабло пустим, наверное, я так думаю. Так, family, давайте пропишем, family. Информация о семье. О, можно двух заместителей поставить. Один это будет Леонид Путбуль, он будет здесь играть, я, в принципе, его в ВК, наверное, оставлю, чтобы вы ему писали, когда я не буду в игре, чтобы он воспринимал, заходил. Так, цвет, я думаю, сделаем какой-то красный будет цвет у нас. Сейчас напишем в чат, допустим, FS куку. Во, будет красным, я думаю, будет прикольно красным. А у меня будет что-то над ником написано, я не знаю просто. Куда-то, кстати, пропал Леонид. Давайте я чекну, на сервере вообще? Судя по всему, нет. Да, его нету на сервере, к сожалению. Но я ему потом в ВК напишу, может, у него интернет там пропал, мало ли что. Так, я у Двина спросил, в принципе, как купить машину для семьи. Возможно, сейчас мы этим и займемся. Если мне ответят, в принципе, как-то у меня машина пропала. GPS на Шан. Так, кто-то отогнал мою машину, походу. Не знаю кто. Но вон она там стоит. Я пробил по GPS. В принципе, не знаю. Вот, допустим, этот гелик 6x6, его... сделать, чтобы он семейный был, или лучше его продать и купить несколько тачек. Конечно, я не продам его, сколько купил, за полцены, там, 6 лямов выйдет. Я думаю, в принципе, нормально. У меня лям 300 есть, кстати, надо заехать за дом заплатить. Что-то я машины не вижу своей. А вот она стоит. Ага. Купить для себя или для семьи. Привет, YouTube, давайте ответим. 4-4-9-2. Тут, в принципе, онлайн не такой уж и большой, там 50-60 днем. Но, блин, вот если вы будете со мной играть, сделаем самую лучшую бригаду на сервере и будем там с другими бригадами, ну, семьями, фамами соревноваться, в принципе. У вас не будет тачек, в принципе, я сейчас закуплю, попытаюсь закупить машин побольше, как раз. Там и советские, и иномарочки, в принципе. Так, давайте я... донат пропишу, так, донат, покупка денег, 5 миллионов, 500 рублей, все, а те 500 рублей пусть пока что будут на всякий случай, некоторые там бабя, типа, вот, реклама и так далее, пацаны, я здесь играл еще очень давно, как бы, ну, полгода еще назад я здесь играл, и стримил, и снимал, ну, тут онлайн, кстати, был под соточку тогда, это РП сервер, если вы не знали, здесь нету бонуса. Здесь нету бонуса вообще, в принципе. Но здесь дешевый донат. 150 рублей, это вам выйдет 1 миллион 500 тысяч. Как бы. Я, конечно, вас не призываю донатить, но я говорю, что здесь легко развиться. Так, вот я в автосалоне. Я не знаю, как здесь для семьи именно купить машину. Сейчас посмотрим, попробуем какую-то тачку купить. Допустим, четырку вот эту купим.
пятнашку, точнее. Так, а это для семьи тачка, типа, ну, кар. Блин, я не могу понять реально, тут нет такого. Может за Нашаном? Потому, блин, я походу просрал гелик 6 на 6, походу. А, не, вот она, третьей машиной получается. Это. Давайте спросим это. Так, вот я сейчас куплю еще вот эту машину. Вот уже более трех машин. Блин, я понять не могу все равно. Короче, я уже за админов задолбал, я не знаю, как купить. Они, типа, когда покупаешь машину, пишется, типа, что выбрать себе или в семью. Я купил себе четырку, у меня такого ничего не писало почему-то. У дома семьи, ну, может, давайте попробуем, не знаю. Может, здесь где-то сзади. Ну, поехали тогда, четырку я заберу и попробуем. Вот уже одному подписчика, кстати, принял. Бригада YouTube Кирилл Гейм. Я думаю, прикольно выглядит, в принципе. Поэтому, пацаны, я зама поставлю Леонида. Если, конечно, он согласится. Но я думаю, согласится. И если я не смогу вас принять, он будет вас принимать. В принципе, будет ему в ВК писать. Он будет заходить, вас принимать. С любого, в принципе, уровня. И так далее. Также я займусь общаком. Там денег закину. ЗП буду выдавать, когда будем там видосы какие-то снимать. РПшки, там, стрелы и так далее. Буду давать бабосы вам, пацаны. Ну и буду вам помогать. Кто только будет начинать играть на сервере, буду вам по 50 тысяч давать. Потому что, да, я туда раньше играл, и я просто подписчикам по ляму там и больше раздавал. Меня за это наругали, поэтому, сори, не смогу дать много денег вам. Но тут легко развиться, пацаны. Зарплата будет, если будете в нашей семье, в принципе. Поэтому... Ой, так, случайно я приехал. На красный. Это фулл РП сервер, пацаны, можно сказать, потому что я здесь сам ехал, понимаете? В принципе, админы знают, кто это такой, но меня за красный тоже посадили, я извинился. И... попросил, чтобы меня выпустили, потому что я серию ехал записывать. И приехал, короче, на красный. Так, а где моя машина хоть стоит? Так, давайте пропишем кар. Отметит авто на GPS. А мне же нужна не эта машина, стоп. Так, давайте водичку включим. Так, сейчас, стоп. Мне нужна не эта машина. Мне нужна Лада, Самара. Где она стоит? Чё, она так далеко стоит? Ох, нихера себе. Может, мы машину кто-то угнал? Закрыть, припарковать. Содержим багажника, документы на машину. Так, стоп, сейчас еще раз прочекнем, где она. Походу, у них кто-то ездит все-таки. Да, на них кто-то передвигается. Репорт. Помогите, пожалуйста. Я купил машину и ее украли. Она в Арзамасе. Черная. УАЗ 2115. Сейчас посмотрим. Но админы здесь не помогают. Да не, я думаю, всем помогать, как в онлайн, в принципе, небольшой. Сейчас время уже почти 10:30 по МСК. Садись. Чего берем скины, в принципе, чтобы у всех такие скины были. Но это уже, наверное, в следующей серии будет. А сейчас я еду. Так, обратите ее по путем. Ну, окей. Короче, блин, надо тачку найти эту. Написали РП путем, в принципе. Гелик. Нет. УАЗ 2115. Я даже не знал, что можно три машины иметь. А, точно, что можно три машины иметь. Что-то я тупанул. У меня не было такого в автосалоне, типа, купить для семьи. Я спрошу, в принципе, у основателя. Я думаю, он мне более подробно объяснит. Возможно, это у меня такой баг. Ну, надо на пятнашку сейчас найти и припарковать у дома пробовать. Фэ-парк. Типа, припарковать машину семьи. Возможно, это у нас получится. Не знаю, посмотрим. Короче, я разобрался, надо было купить улучшение. И за нами только что мусора гоняли. Так, я купил это улучшение, короче, я сменил машину, четырку, пятнашку точнее продал. И сейчас мы едем
покупать машину с автосалона. Так, давай, садись, чувак. Надеюсь, ты меня не выкинешь с машины. Так. Все, поехали. Ванашан попробуем еще раз. Я на протяжении уже почти 2 часов, пацаны, вот этим всем занимаюсь примерно. Ну, час точно. Поэтому с вас реально лайки, потому что я хочу разобраться, чтобы потом не было такой хуйни. Так, вот мы подъезжаем, я пацанам немного денег отсыпал. Подписчику и в этим двум валюшкам. Хотя, может, это не, потому что я видел, с машины сначала была на спавне в Замасах, кто-то ее туда привез. Возможно, они просто ее взяли, потому что она была открыта. Ну, неважно, в принципе. Хорошо, что я ее нашел и продал. Так, давайте заглушим ее. Все, и погнали, попробуем купить уже. Так, чисто для пробы куплю вот эту тачку, хотя... Что тут еще есть? Веста, Volkswagen. О, Приору можно эту бандитку купить. Допустим, так, купить. Как купить для Фомы? Семья, вот, семья, все. Я купил для семьи, вообще замечательно просто. Так, и вот я купил машину, я припарковал ее пока на Нашане, сейчас повезу ее к дому. Надо будет еще задонить, купить место спавна и сейф. Я думаю, в принципе, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. В следующей серии уже займемся семьей, купим еще больше машин. Потом надо будет задонить, купить сейф, место спауна и так далее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, заходите на сервер, вводите мой ник при регистрации. И всем пока-пока.